Давай-ка обновим. Вот, морской царь Шарака. Как раз он у меня становится двухзвездочным. И это хорошо, потому что этот герой легендарный. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и это игра «Боевые шахматы». Обычно я ее не выкладываю у себя на канале, играю в свободное время, но вот тут решил. Поэтому запись, как говорится, идет спонтанно уже, как говорится, ближе к развязочке. Потому что все вроде бы хорошо у меня тут складывается. Так, отлично, Шарака сделала свою ульту. Но что-то мне подсказывает, что мы здесь с вами сфейлимся. Потому что уж больно конник у него ярый тут, трехзвездочный. Нет-нет-нет, ах ты! Да, он меня порвал здесь. Адская гончая, это раунд 25 у нас. Промежуточный, кстати, адские гончие очень сильные. Давай посмотрим, что у нас тут есть еще. Во! Т-3000, замечательно. У меня появляется на поле боя второй легендарный персонаж с двумя звездами. Это большое преимущество. Ух, но вначале нужно сразиться вот с адскими гончими. Это очень сильный противник, очень сильный. Не каждый может против них выстоять. Надеюсь, у меня получится. Если выживает мой противник, то мы с ним дальше продолжаем нашу битву. Но... Да, адские гончие, друзья мои, это вам не шуточки на самом деле. Но смотрите, вроде бы все получается у нас, да? Или нет? Так, давай бомбим. Т-3000 своей ультой бомбит. Слушай, по-моему, мы здесь выиграем. Да елки-ты-палки. Так, минус одна большая гончая. Так, мелкую подбили. И да, я справился. Теперь смотрим, выживет ли у меня оппонент мой. Так, давай-ка мы быстренько все это растусуем куда-нибудь. Так. Ну, это мне все не нужно. Вот, совушка, вот это хорошо. Мне бы еще, ребята, одну совушку. И было бы... Вот она! А у меня не хватает кристаллов, давай-ка сольем кого-нибудь. Отлично. Так, совушка становится двухзвездочной и переходит в три звезды. Топчик, друзья мои, просто топчик. Так, ведьмишку давай заберем, пускай она нулевая, но тем не менее. Все, быстренько с вами раскидываем. Так, давай-давай-давай-давай-давай, сейчас будет бой, успел. Фух, погнали. Слушай, ну я думаю, что здесь мы просто сейчас порвем нашего оппонента. Фу-ху-ху. Как ребеночка, смотрите. Так, даже его дракоши там не помогают. Все, друзья мои, топчик. Я выиграл, я стал чемпионом в этой катке. Ой, да, вот такой вот у меня был состав. В конце, конечно, мне подфартило насчет совы, сыча, которого я успел все-таки поднять до трех звезд. Ранг повышен, золото 2. Угу. Еще 40 очей, и мы с вами еще выше поднимемся. Ну что, ребята, я не знаю, давайте, наверное, заберем с вами все награды. Я отправлю моему последнему оппоненту вот этот вот орешек в знак восхищения. Это, как говорится, здесь принято, ну, в знак уважения. Остается нам только лишь забрать, друзья мои, призы, да, и давайте, наверное, еще одну каточку с вами зарулим. Какие там у нас призы? Постоянный победитель, да? Ага, три раза подряд у меня были победушки, то есть сейчас мы с вами, если что, пойдем за четвертой победой, если, конечно, тут все у меня получится. Так, ну что, достижения. Забираем. Монет, конечно, дают очень много, но толку от них маловато. Так, тут ежедневочки. Забираем. Так, открываем сундуки. Опять орех достается, опять голда. В общем, все как обычно. Путь к славе. Открываем сундук, опять голда. 2000. В данный момент у меня 137 тысяч голды. И я получаю новый 16 уровень. Замечательно просто. Ну что, поехали. Надеюсь, ждать нам не очень долго придется. Потому что тут иногда быстро, иногда медленно собирается команда. Прошла уже минута, и, как видим, пока никого нету. Хотя, подожди-ка, вроде бы... Да, мы нашли себе команду. Замечательно, друзья. Ну что же, летим на очередной наш бой. Вот он я, у меня 121 очко. И вот лидер по очкам, у него 176, Crazy D. Так, ну что, вроде бы все подгрузились, да... Юстас догрузился. Ну, как всегда, нам надо ждать немцев. Ватерм. Видимо, он где-то там находится, что у него со связью очень
туго и плохо все. Ну давай ты прогружайся уже, 58 очков он имеет. Так, ладно, ладно, ребята. Ну что ж ты так долго подгружаешься-то? Все. Ну? Кого опять ждем-то? У моря погоды. Так, Боровы. Раунд первый. Ух ты, Бангара, конечно, берем. Ребята, это редко такой может выпасть тебе сразу три персонажа. Так, ну что, Бангар уже имеет две звезды. Я считаю, что это половина успеха. Так, ну сколько нам там ждать? 14 секунд. Боровы. Короче, первые, ребята, и второй раунд это у нас с скрипами. Это как бы нам дается для разгона, для раскачки. Сейчас мы будем их бомбить, выбивать себе шмотки всевозможные, которые будем потом экипировать. Ну-ка. Давай. Ну, я думаю, что Бангар тут без проблем справится. Он сейчас ульту еще применит. Вот так вот. Ну, все, Борова порвали. Замечательно. Нам проклятый посох и запретный фолиант достается. Охо-хо-хо. Князя бездны, может быть, взять нам. Давай возьмем, ребята. Это уже первый синий персонаж у нас с вами будет. И он, в принципе, довольно неплох. У него хорошая ульта. Слушай, я не буду никого больше брать, обновлять. Потому что очки нам нужны. Точнее, кристаллы. Давай-ка мы, наверное, шмоточки расставим. Вот таким вот образом. Ну и у нас тут, как видите, гориллы. Ну, с ними тоже никаких проблем, в принципе, не будет. Это второй раунд, да, с крипами. И на третьем уже начнется ПВП. То есть там уже будут реальные противники. Ну, это, понятное дело, победа. Редко, когда тут кто-нибудь проигрывает. Угу. Твою же налево, никого нету хорошего. Здесь что? Ага, второй князь бездны. Замечательно. Подняли себе уровень на всякий случай. Но знаешь, в чем проблема? У нас с вами нету больше кристаллов. И персонажей всего три. А выставить я могу 5. То есть я теряю преимущество на поле боя. Ладно, посмотрим, кто мне достанется. Надеюсь, что мои князи тьмы меня не подведут. Они все-таки синенькие. Ну и Бангар двухзвездочный. Так, вот здесь вот, конечно, спорный вопрос. Давай посмотрим. Главное применить ульту. Отлично. Нет, ну тут, по-моему, фейл будет. Хотя, подожди. Бангар там что-то пытается сделать, но мне кажется, вряд ли. Эту, конечно, ведьму мы с вами положим. Ледяную, да? Отлично. Так, прикинь, если мы сейчас выиграем, вот это будет имба. Так, что ты, свинка, ты достал уже, а? Сейчас мы его накумарим, это танкуля. Все, друзья мои, я не ожидал на самом деле, что Бангар вот так вот порвет. О, третий князь бездны, шикарно, он становится двухзвездочным. Так, у нас еще есть кристаллики, давайте кого-нибудь с вами возьмем. Давай старейшину, может быть. Так, тут кто? Бангарчик, да? Все, друзья мои, кристаллов у нас больше нету. Выставляем Бангара, выставляем нашего Вуду сюда. 15% вампиризма мы получаем с вами комбо. Я пока на первом месте, но, друзья мои, у меня всего лишь 5 персонажей. Этого маловато будет. Так, ну что, князь бездны, опс. Свою ульту зарядил. Подожди, подожди. Ну, здесь победа за нами. Вы сами прекрасно видите, да? Два Бангара и князь тьмы. Это, конечно, вообще имба. Но нам пока везет. Я не встречал противников с ассасинами, с убийцами. Иначе бы мне было бы, конечно, здесь сложновато. Так, ожидаем, пока у нас отыграют остальные все. Раунд ПВП. Так, ну что? Старейшина Вуду, да? Давай заберем. Лилит. Морозный лотос. Ну что ж, давай возьмем. Так уж и быть. Сразу две звезды она получает. И поднимаем себе уровень. Ну что, выставляем наших героев. Опять, ребят, мне пока фартит на самом деле. Что с Бангаром мне повезло, да? Сразу две звезды получил. Что морозный лотос. Редко так тебе выпадает сразу три персонажа. Ну-ка. Ой, ну тут, естественно, победа будет за нами. Должна быть. Потому что у него обычные, как говорится, герои, не прокачанные.
Так, Морозный Лотос бросил свою вьюгу. Это хорошо. Всадника уничтожили. Все, друзья, тут, конечно, вообще все легко и просто было. Так, мы с вами... Да, я хотел сказать, мы имеем преимущество в героях. Нет, я смотрю, там у кого-то уже по 7 персонажей, да? Прокачано. Ладно. Так, ну что, возьмем Бангара, возьмем Сыча. Сыч — это вообще имба на самом деле. И прокачиваем, естественно, себе уровень. Так, ну что, с медведями мы быстренько сейчас с вами разберемся. Давайте, наверное, вот так вот поменяем Сыч, потому что, друзья мои, эпик. Ну, а Бангар — это обычный белый перс. Поэтому, естественно, если стоит выбор между эпиком или обычным, ставьте всегда эпик. Ну что, сейчас мишек мы этих разберем, надеюсь, довольно быстро. И мне нужно получить себе 7 уровень, чтобы я мог на поле выставлять 7 персонажей. Пока я могу 6 выставлять. Так, ну что, с главной мишкой справились. Маленьких, естественно, сейчас тоже разберем. Так, нам выпал мощный клеймор. Это хорошо, кстати. Это очень хорошо. Клеймор ставится, естественно, нашим танкулям, да? Или танкулям, или нашим бойцам. Ну-ка посмотрим. Ага. Дева Света, естественно, друзья мои, забираем. И также я заберу Лилит. Давай глянем, что у нас дальше. Вау. Лилитка прокачалась до 2. Кстати, Дева Света очень хороша, друзья мои. Так, выставляем с вами... Давай, наверное, вот так вот сделаем, да? Немножко отодвинем Лилит и поставим сзади нее Деву Света. Я думаю, так будет оптимально. Так, подожди-ка, клеймор, кому поставить? Давай, наверное, Бангару. Все. Слушай, ребят, ну я вам скажу одно, что пока противник довольно слабый против меня идет. Практически не прокачанный. Не знаю, видимо, не везет им с картами. Вот, видели, сейчас волна была. Это выпустила Дева Света. Довольно неплохая штука, массовая. То есть уничтожает противников всех по прямой. Вот еще раз она показала свою вот эту волну. Ну что ж, неплохо, да? Но у нас только Сыч и Дева Света выжила. Это уже говорит о том, что надо как-то дальше прокачиваться. Все зависит от того, кого нам сейчас подкинут. Так, раунд ПВП, 8-й. И смотрите, друзья мои, я вижу здесь огненную ведьму. Я возьму, пожалуй. Опачки, вторая огненная ведьма. Замечательно. Забираем. Забираем и вот сюда вливаем 4 очка на повышение уровня. Так, я думаю, что мы, наверное, Вуду уберем и вместо него поставим нашу огненную ведьму. Я думаю, что от нее будет больше толку. Вот так вот. Ну что, смотрим, кто там против нас. Ух. Не обещаю, друзья, что эта игра будет часто выходить на моем канале. Может быть, это последний, единственный видосик, но тем не менее. Так, что там у нас? Что за заваруха? Ага, тут уже есть один из убийц, да? Это был гоблин, но мы его быстренько накумарили. Так, Лилит, успокойся. Все, тут, слушай, тут намного лучше все получилось. Победа за нами. Так, я пока еще на 1-м месте. Слава богу, меня не сбросили. И никто не погиб. Весь состав команды пока еще живой. Так, череда побед у чувака. Crazy D. Он, кстати, прям по пятам у меня идет. Здесь нам никто не нужен. Здесь князь бездны. Ну, давай, наверное, возьмем на всякий случай. И старейшина Вуды. Замечательно. Он становится, кстати, 2-звездочным. Ну что, у нас не хватает, да, кристаллов? Я не знаю, можно Вуду поставить вместо ведьмы. Вместо огненной ведьмы, да? Я думаю, что оно стоит того. Так, 15% вампиризму для всех союзников. Это хорошо, кстати, неплохой бонус. Фух. Ну, ты смотри, у него киборг 2-звездочный, да? Короче, у него все персонажи по 2. Он, видимо, ждет персонажа, но ему не везет. И, друзья мои, я разбомблю их, конечно же. У меня очень большое преимущество. У него обычные белые герои, а у меня, извините, уже синева, да? Даже есть Сыч фиолетовый. Порвали. Так, Crazy D у нас улетел на 3-е место, получается, да. Ну что же. Ага, раунд 10, Гарпия. Это проходящий, ребята, раунд. Так, Бангар. Конечно же, как же без него. Ну что, у меня 8-й уровень. Я могу выставить еще одного персонажа. Но пока мне не везет.
Ух ты, бангарчик. Блин, мне нужен еще один бангар. Кого сливаем? Давай, наверное, Лилит убираем и берем бангара. Блин, еще бы, конечно, одного, и было бы вообще шикарно. У нас бы стал трехзвездочный бангар, и это очень было бы неплохо. Ладно, уничтожаем гарпий. Это ПВЕ режим, да? То есть это обычные крипы, на которых мы с вами зарабатываем, можно сказать, и кристаллы, да? И шмотки. Ну, так, замечательно, что там у нас осталось? Последняя гарпия, сейчас мы ее забомбим. Так, защитная броня, шоковый кинжал, фолиант и плащ сопротивления. В общем, сейчас мы это все дело с вами растусуем. Так, кто мне нужен? Значит, бангар. Мне нужна огненная ведьма, по идее, да? И князь тьмы. Вот такая вот штука, друзья. О, сыч! Это круто, кстати. Так, здесь мне никто не нужен. О, шарака выпадает. Легенда. Это хорошо. Так, Шарака, давай-ка мы тебя вместо огненной ведьмы, наверное, поставим. Комбо чародей исчезла, да и фиг с ним. Шарака, это, как говорится, и есть Шарака. Легенду еще никто не отменял. Так, давай, наверное, так сделаем. Вот. Слушай, ну команда у меня в данный момент, я не скажу, что имбовая, но хорошая. Опачки, уже я вижу, есть трехзвездочные персонажи у ребят. Интересно, справимся мы здесь? Но по идее мы неплохо стоим. Ой-ой-ой, просто растерзали нашего оппонента. Смотри, что происходит. Мы не дали ему вообще ни одного шанса на победу. Кстати, у Сыча, что мне нравится, ульта, он призывает помощника. Надрались мы, кстати, только что с Позитив. Это тоже, кстати, русский чувачок. И это круто, на самом деле. Так, он немножко приподнялся. Так, у нас 12-й раунд, друзья мои. Блин, не то. Во. Дева Света, она нам нужна, конечно же. Еще одна. Ёлки-ты-палки. Хе-хе, она становится двухзвездочной. Это круто, на самом деле. Слушай, мне сегодня везет. О, гуру еще выпадает. Ё-моё. Так, блин, придется, наверное, нам вот так вот сделать. Поверь мне, это нужно. Так, гуру. Давай вот так, наверное, сделаем с вами. Сыч у нас прокачан до двух звезд. Сыч прокачан до двух звезд, друзья мои. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас в этой каточке произойдет. Но я тебе могу сказать уже авансом, что победа будет за нами. Да, Шарака, конечно, крут, на самом деле, когда он делает свою ульту. А ульта, ребята, обездвиживает противников и довольно неплохой урон наносит. Если бы он еще был бы прокачан у меня, вообще бы цены ему не было. Так, значит, что у нас? Мы можем Бангара, кстати, поднять до трех звезд. Потому что у нас есть с вами гуру. Опачки. Вот так вот, даже без гуру подняли мы его до трех звезд. Ладно, давай тогда дальше с вами продолжать поиски. Огненная ведьма, секретное оружие. Блин, прикольно, да елки ты, посмотри. Опять огненная ведьма и опять секретное оружие. Ой, лопухнулся я сейчас только что по-крупному, друзья мои. Так, здесь нам ничего не нужно. Ладно, давай пролистнем. Оу, гуру. Вот этот мне персонаж обязательно нужен. Так, у меня два гуру, и это хорошо. Ладно, друзья мои, опять Позитив. Встретились мы с ним в очередной раз, давай посмотрим, кто кого. Оу, Шарака сделал свою ульту. Слушай, по-моему, здесь победа будет за нами. Ну, хотя спешить с выводами рановато еще. Рановато, елки-палки. Смотри, что происходит, друзья мои. Нет, все-таки победа за нами. Не хватило у него мощей меня пробить. Череда побед. Девятая, кстати, у меня победа. Так, здесь нам никто не нужен. Здесь тоже никто не нужен. Во, секретное оружие. Кстати, мы можем вот так вот сделать. Хе-хей. Это второй легендарный персонаж с двумя звездами. Так, кого бы нам убрать? Я думаю, что, наверное, мы поставим вместо... Да, вместо Лотоса. Лотос, он все-таки, друзья мои, обычный белый персонаж. Пускай даже и две звезды, но, согласитесь, против Леги он явно будет отставать. Ой, смотри-ка, что, ребята, у нас происходит. Вообще, замес по-крупному. Он, кстати, там зажался в уголочке. Кстати, смотрите, у него Т-3000. Тоже легендарная карта. Кстати, очень бесявая для меня в данный момент.
Но, тем не менее, мы все равно выигрываем здесь. Уху! Череда побед, 10-я. Разъяренный Минотавр. Ох ты, Сыч. Ё-моё, конечно, берем, друзья мои. Так, 2 звезды. То есть нам нужно еще с вами 2 Сыча в лучшем случае, да. И мы бы смогли его сделать до 3 звезд. Ну что, Минотавры, это, ребята, опять же, крипы. Так. Вместо, давай так сделаем. Да-да, друзья мои, я убираю Лилит для того, чтобы поставить себе 2-звездочного эпического Сыча. От него будет больше толку, поверь мне. Ну что, Минотаврики, давай подеремся с этими ухами. Ну, они легкие на самом деле, тут вообще никаких проблем не будет. Да, Шарака, конечно, классно делает. Мало того, что оглушает противника, да, наносит еще довольно неплохой урон по области. Так, ну что же, смотрим, кто нам здесь будет выпадать. Пока ничего нет хорошего, здесь тоже ничего нет. Оу, опять гуру. Друзья мои, мне что-то сегодня фартит на него просто-напросто. Так, давай выставим, наверное, мы... Нет, лучше объединим гуру и сделаем Сыча 3-звездочным. А вот теперь уже можно выставить, как говорится, и Лотос. Подожди-ка, Лотос мы поставим сюда. Эй, и Лилит, кстати, мы можем выставить. То есть все мои герои будут на доске находиться. Отлично, друзья мои, вообще шикарно. Так, давай быстренько-быстренько положим наши шмотки, отлично. Слушай, ну сейчас в данный момент у меня команда просто имба, поверь мне. Бамс! Секретное оружие наяривает, будь здоров, своими ядерными взрывами. Ну и, как видите, череда побед 11. Пока я не победим в данный момент. У меня полностью здоровье все, да? Ничего абсолютно не потрачено. Так, давай смотреть. Здесь нам никто не нужен. Абсолютненько. Давай-ка мы, наверное, поднимем себе... А, фиг с ним. То есть мы прокачаться сможем с вами до максимума, до 10 уровня. То есть максимально здесь можно 10 персонажей выставить на доску. Пока я в своей команде уверен, я никого не буду искать, друзья. Конечно, хотелось бы мне еще найти 2 шарак, чтобы их прокачать, да? Или же 3 персонажей секретное оружие, чтобы я смог прапать. Ну, а вообще в идеале, конечно, бы и... Деву надо бы прокачивать до 3 звезд. Ну, друзья мои, времени у нас мало. Вряд ли, конечно, у меня это все получится. Вряд ли я успею, но... Чего? У него тоже Дева Света, точно, друзья мои. Дева Света у него была. Вы видели, да, с его стороны луч? Череда побед, 12-й. Давайте до 15 доведем, и это будет вообще для нас шикарно. Опа. Кого-то мы там шваркнули. Так, что, минус 1 персонаж? Нет, вроде бы все хорошо. Смотрим, ага, морозный лотос у нас здесь есть. Угу, отлично. Так, тут нам никто абсолютно не нужен. Оу, Дева Света и опять же морозный лотос. Шикарно, давай вот так вот, наверное. Все, не хватает больше. Не хватает больше кристаллов. Ну что же, если мы еще находим с вами... Хотя нет, нет, нам нужно здесь очень много лотосов и много... Дев Света. Если, конечно, мы не найдем с вами нашего маленького гуру, Желешку. Желешка, друзья мои, что она делает? Обычно, чтобы поднять тебе левел, да, обычных персонажей, нужно 3 копии. А гуру Желе делает так, что тебе нужно всего лишь 2 персонажа. То есть он идет как 3-м заменяющим. Вот почему он так ценится здесь, в этих кругах. Так, друзья мои, ну что же, вообще довольно легкая была победа. Череда побед 13, как вы видели. Остается еще лишь 2 победочки. И все, это будет круто. Кстати, посмотри внимательно. Нас осталось всего 3. Позитив, Ватерман и я. Ну, кого здесь можно взять? Ну, Князя Бездны, наверное, да? Так, я полностью прокачал себе уровень. И забираем Князя Бездны. Так, выставляем. Ну да, в принципе, можно выставить Деву Света, пускай пока она и не прокачана, но чтобы наше поле было полностью забито 10 персонажами. Ну что, с кем я буду драться, а? С Позитивом или с Ватерменом? С немцем, то есть... Смотри, и русские, и немцы в финале. Так, и мне достается наш соотечественник. Конечно, жалко мне его сейчас будет, наверное, убивать. Хотелось бы, чтобы мы вдвоем вышли в финал. Оу, ребятули, ты посмотри, я просто его порвал. Разорвал в хлам. Не дал вообще ни одного шанса на победу ему. Череда побед 14. Да,
Ух ты, смотри-ка, вот рыбан-то вылетел. То есть получается, что мы с позитивом остаемся вдвоем. Отлично. Ну, я думаю, что вы прекрасно понимаете, чья будет... Что такое? Друзья мои, позитив дрался с немцем. Так, князь бездны, я вижу еще один, да? Давай, наверное, заберем. Так, что у нас здесь еще? Пока ничего хорошего я не вижу. Здесь тоже ничего хорошего нет для меня. Угу, князь бездны. Забираем. Ну, в принципе, и все, наверное, да, ребята? Больше у меня не хватает наших кристаллов. У нас здесь эти циклопы. Сандо. Это тоже промежуточный уровень. Давайте быстренько сейчас нахлобучим. Но я думаю, что мы с вами все-таки позитиво сможем бомбануть. Потому что у него очень мало здоровья, как вы видите, да? Он, видимо, с Ватерманом дрался. И у них там довольно неплохо потрепались. И нервишки, и герои. Так, мне достается запретный фолиант, две штуки. Так, князь бездны еще я вижу, да? Хорошо, здесь никто мне не нужен. Так. Ё-моё, секретное оружие. Ну и все, друзья. Вот и, в принципе, финал. Смотри-ка, у него тоже там очень много трехзвездочных героев. Сыч тоже три звезды, да? Я вижу, у него там друид. Оу, шаман, в общем, будет интересная битва на самом деле сейчас. Либо он, либо я, третьего не дано. Погнали. Так. Ага, ага, у него убийцы есть, да, в отряде, я вижу. Слушай, ну, по-моему, тут песенка спет. Прости, позитив, но достойно, достойно он дрался, но проиграл. Друзья мои, это у меня... Четвертая череда побед к ряду. Я имею в виду, 4 раза я становлюсь чемпионом. Вот мой состав показывается. Убийств 107. И я получаю третий золотой ранг. Отлично. Ну вот как-то так, друзья мои. Как-то так. Вот показывают составы всех игроков. То есть позитив имел тоже 10 персонажей, но он мне проиграл, потому что, друзья мои, у меня все-таки, как вы видите, 2 леги, да, секретное оружие на 2 звезды, шарака, пускай даже однозвездочный. Отправим с вами орешек в честь благодарности и уважения, да, к нашему оппоненту. Ну что ж, дорогие друзья, займите первое место в ускоренном режиме 4 раза подряд. Отлично. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, пожалуй, я буду и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Рэй. Всем удачи и до скорых новых видосиков.